лежала вот здесь, чтобы дорогу убрать, ну, ребята вот, помогли, поставили хоть сюда, вот так вот. Бо иначе было бы, это все лежало вот здесь, вон ворота, все лежало здесь. Камни поулетали. Настя, ну все, крепи. Неизвестно куда. Видишь, машина разбивала две штуки. Все, что было, дети сушку сушили, то все поперепортило. Вот сюда оно попало, вот это попадание было сюда. Все окна, пелешки, все вот так дом вот повыворачивало. Дом есть целый. Счетчик надо теперь ставить. Счетчик, заявочку я уже сделала. Видишь, все. Все нормально, Лен, все, Лен, все живы, все здоровы. У них бегает там, Лен, все нормально. Лен, пройди сюда, до Мишкиной хаты, вот тут. Пойдем сюда, хотите что-то. Уже сердце все страшит. Это мы позакрывали. А тут ночью все лезут, хоть и патрули ходят, все гоняют, а вообще... То ли с помощью, то ли что-то потащить. А вы хозяин, да? Да. А во сколько это случилось? Надь, во сколько это было? 12:30. 21? Нет, 28, дети уже прибежали ко мне на работу, я на работе, на маслоцехе работаю. И как сказали, мам, к нам попал. Я на работе был. Просто. Еле дверь открыли, чтобы дерево завалило дверь, еле открыли, чтобы выскочить отсюда. И только их запустило помещение, опять пошли прилеты. Я уже не знаю, куда оно падало, ну, что оно крышу, было. Ну крышу, все стекла, он по всему. Окошки, вы видите, сделали. Ходят, заглядают люди у нас. Это уже дети сами позакрывали, потому что надоело, что все смотрит, как в зоопарке. Оно неприятно, это все. Вот эти вот ворота все улетели, были на дороге. Чтоб машины проезжали, мальчики, вот соседи, спасибо им, поприносили вот это, чем могли, позакрывали. Чтоб оно не выглядывало, это все. Ну а так вон, все окна вон повыворачивала, двери повыворачивала, машина вон и все, это уже непригодно к жизни. А оба автомобиля, да, были на ходу? Да. Они уже все, это уже считай, выбросить их только. Даже и ремонтировать смысла их уже нету. Я даже боюсь в них садиться после такого всего. Вон, посмотрите, как вон, принадлежности дворовые, хозяйственные. Все это поулетало, вон поулетало, все стояло вот здесь, вот в сарае. Все повылетало. Все рассыпается. Это уже дом, считай, все, хана. Попадание было в сарай, да? Да, вот сюда. В этот сарай было, все вывалили, все поулетало. Стена вылетела, все попадало. Чем били, не знаете? Я не знаю, я ж не разбираюсь в этом, чем били. И не видно даже, вот чем попало, я не вижу, чем это попало. Ни осколков, да, ничего. Ну, вспышка была очень большая, дети были одни, я на работе в ночь была, дети были одни, большая вспышка была, говорят, и дом осветило весь, и стало дым, гарь, все в доме, все, вот эта вся земля полетела, двери открыты, все в дом, окна там все повылетали, пленкой были шабиты, все равно через пленку стекла все внутрь высыпались, ну, а так дом, в принципе, крыша только вон вся побитая, вся посеченная. Вот. Отсюда его там все посекло, крышу. Деревья все побитые. Труба вон отвалилась, я смотрю, далее отбила осколками. Ну, жить можно. Будем жить дальше, что делать? У нас выбора нет. Ехать нам некуда. Ладно, что дети остались. Были, там у них и собачку убило. Что вот это вот, что вот это летело, я не знаю, с чего вот это. Это не с машины. Правда. Ну это не с машины, ну с чего, собой. Или с крыш, наверное, с крыши это железо отвалилось. Это все дом. Ну мужчина подъехал на мотоцикле главное, и говорит. Самое главное, что дети. Я вчера ехал с той стороны. Мне давали пропуск в толочек и говорили, ждите, мы вас сегодня будем хорошо крепить. Ждите. Так прямо и сказали ему. На блокпосту, да, на Зайцевском? Да, не на, ну там, где их пропускной пункт с Украины. Сказали, сегодня ожидайте, мы будем крепить вас конкретно. Так прямо сразу и сказали.